Курмане, это Красногвардейская, из-за перегрузки электросети у жителей сгорела бытовая техника. Местные говорят, едва не произошел пожар. В последние дни в поселке постоянно менялось напряжение. Доходило до 380 вместо привычных 220. В результате ущерб на десятки тысяч, а ответственность никто на себя брать не хочет. Прихожку смотрю, у меня у сына уже дымится телевизор. Все, да, и потух свет, и шут, сгорел, все уже. Синий экран на телевизоре, тюнер не работает. Я зову мужа, говорю, Эдик, посмотри, что такое, тюнер не работает. Он проворачивает только тюнер, и тут такие брызги, искры. Загорелся телевизор. Она с перепугу подскакивает, говорит, думала, бомбят. Подскакивает, но над головой взрывается лампочка. Взорвался, вот у нас роутер, он тут стоит, так? Он взорвался от этого напряжения. 380, когда дали. И эта штука, вот она здесь была включена, она падает сюда на диван, и все загорается. Тут еще были книги, то есть сгорели. И мы просто вот Бог спас, как говорится, мы вовремя прибежали. Не специальная ситуация, которую создали. Я не знаю, законодательство, если предусматривает, что государство может возместить людям этот ущерб. Хотя, по сути, эти ущербы должны возмещать страховые компании, и люди должны страховать свое имущество.